Ну, есть космическая мечта по поводу освоения мною лично космоса. Мне кажется, сейчас это пространство не принадлежит никому. То есть вот у нас Земля вращается, вот над Россией вот этот космос проходит, он же каждые 24 часа возвращается на свое место. И мне кажется, что вот скоро будет именно так. То есть какие-то корабли, какие-то спутники, которых сейчас превеликая масса в космическом пространстве, скоро и его поделят. Больше, чем уверен. То есть где-то нельзя будет останавливаться, где-то летать. Я не знаю, связано это с военным каким-нибудь положением будет, или дай бог, чтобы никогда не было. Но, тем не менее, эти все снимки со спутников сейчас можно посмотреть до такой подробности, посмотреть, что у тебя во дворе, собственно говоря, и кто там сидит сейчас. То есть там предмет, который больше метра, его уже можно рассмотреть как под микроскопом. Ну да, это прогресс. Вот, с ним ничего не сделаешь. С ним надо, да, опять же, идти, даже лететь вместе с ним. Осваивает постепенно, конечно, человечество космос. Это здорово. Может быть, когда-нибудь и мы установим какой-нибудь контакт с каким-нибудь существом. Но я надеюсь, что эти существа умнее. Они сделают так, чтобы контакт не был установлен. А то мы их научим пить, курить, матом ругаться.